Ну вот, видите, какую красоту я накупила детишкам. Да, это аппликация со стразиками. Кстати, по хорошей скидке и еще пазлы. Сегодня вот как раз для мальчиков. Ну так, давайте посмотрим. Вот такие со стразиками. Очень много тем. Это начиная вот для более старших детишек. Девушки такие красивые. Для мальчиков, пожалуйста, самолетики там есть. Мишки вон они, смотрю, проглядывают. Очень интересные. Кстати, очень много остается стразиков. Можно их использовать для других подделок. Вот, значит, ну, я, в принципе, часто в Галамарт заглядываю, и мне нравится именно вот со стразами вот эта аппликация. Она очень развивает мелкую моторику, и для 5 плюс детишек самое то. Можно как использовать, как подарок, так и свободное время, например, в переменку. Вот. Ну, или сюрприз от спонсора. Ну, спонсор-то это я, конечно. Ну, вот домики, смотрите, какие. Вот. Каждый месяц, в конце месяца, я вот подарочек такой детям дарю. Так, ну вот пазлы. Пазлы, кстати, по 18 рублей. Вообще хорошая скидка. И сейчас вот мальчуковый такой вариант. Для девочек осталось там две штучки. Ну, взяла. Ну, вот смотрите, как хорошо дети выполняю творческую работу. Это вот, кстати, там другие наборчики были. Три кота. Три кота в картонной упаковке. А вот это вот как раз прозрачный этого производителя, который я вначале показал. И все-таки вот останавливаюсь на вот эти. Почему? Потому что они удобные. Ну вот пазлы. Пазлы собирают. Детям очень нравится. Так что вот такие у меня подарочки от спонсора для моей творческой студии. Так что записывайтесь, девчонки. Ну, я шучу, конечно.